Павел, ну что, можно сегодня вас поздравить с небольшим возвращением в Мытищи. Мы всегда вас рады видеть, и болельщики вас приветствовали на трибунах. Болельщики сегодня меня свистывали, когда я буллит бил. Ну, видимо, это желание увидеть вас, ведь на Западе свист считается одобрением. И все-таки, как сегодняшняя игра, как впечатление о своей команде, об Атланте? Сначала удалось тяжело, потом более-менее вроде раскатились, разыгрались. И ну, моменты создавали, и мы, и Атлант хорошо оборонялись, вратари сыграли здорово. Ну, такое, хоккей, товарищеский хоккей. Как удалось забить, расскажите. Ну, это наигранная комбинация. Я простреливал на ворот Никиту Реческого. И там попал в ногу, кому там, Тачицкому, я не знаю. Попал в ногу, и она залетела, удача улыбнулась. Вот вы следите за игрой своей бывшей команды? Ну, результаты матча просматриваю там, да, мне не безразлично. Желаю ей всяких успехов, чтобы они попали в плей-офф. Молодцы, ребят. Поддерживаете связь с кем-то из игроков Атланта? Со многими. Не буду перечислять, чтобы никого-то не обидеть. Со многими. Судьба Атланта в том числе находится в руках Витязи, ведь у вас игра с принципиальным соперником и главным конкурентом Атланта, Минским Динамо. Вот как вы настраиваетесь на этот матч, будете ли помогать землякам? Ну как, мы настраиваемся как на обычный матч, нам просто нужно выиграть, тем более мы дома в этом сезоне плохо играли, мало выигрывали. Нам просто победу нужно в психологическом плане, тем более мы последние две игры проиграли. Ну и постараемся выиграть, конечно, помочь своим под Подмосковью. По силам обыграть Минское Динамо? Ну, будем стараться. Чего вам желаем и больших успехов. Ну и надеемся на то, что в Атлант вы еще вернетесь. Посмотрим, и будем загадывать. Дай бог. Желание есть? Желание есть. Есть все.